здании сижу. А у меня, брат, сопротивление материалам. Привет тебе, небо, прощай, земля, гудит крылатый мотор. И к низу быстро бегут поля, и быстро растет кругозор. Большая страна, родная страна, от моря до моря легла ты. Куда ни пойдешь, везде молодежь, и все от рождения крылаты. Выводи! Если б не зульты или фашисты, а? Разделать бы их! Там же ты! Что с тобой? Там же кони! 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 Ах! Ну что же это такое? Искисы, всех лошадей распугал, у меня лошади нервные. Я как врач говорю, лошадиной психикам опасности, придется валерьянкой поить. Ишь, что вы кусюриет? Поди орден дадут или в приказе благодарность. Я бы ему дал благодарность. Губ вахты недели на три. Тоже шеф. Кто это с ним? Ничего не понимаю.
Ну, я ему покажу. Приземлился, товарищ, а? Ох. Ну как? Не вредно, а? Не вредно тебя посадить в сумасшедший дом. А разве там летает, а? Зиночка! Пожалуйста, не приставай. Олик. Тебе бы в цирк поступить. Там такие номера очень ценят. Ты что ж, Ольга, завидуешь мне? Завидую. Безумно завидую. Особенно предстоящей тебе беседе с директором. Вася, пойми, мне стыдно. Стыдно за тебя. Стыдно? Ну, а мне стыдно за вас. Буду учиться возить. Да саранчу давить. Ну и на здоровье, если нравится. А мне скучно. Скучно, понимаешь ты? Скучно. Скучно? Ему скучно. Сумасшедший. Ах, вот как. Васенька, ты не рассердился на меня? Да нет, ну что ты. Ну смотри, не сердись, я ведь... пошутила. Потом я очень нервная. Вот, не да, сердись. Да, но нет. Ну смотри, не сердись. Здорово отомстила. Молодчина. Сколько раз я тебя просила? Не обнимать меня на людях. Вот если бы я была бортмехаником мужчиной, тогда бы ты меня не обнимал, да, правда? Тогда уж навряд ли. Ну так вот, вечная жизнь мне аэродрома. Ну ладно. Какой ты упрямый, Василий. Пойми, что это глупо и противно. Так, так, его присоединяй к предыдущему оратору. А вот как, пока. Тут свет уже на ногах, и я у ваших ног. Позвольте. Пожалуйста. Ушла. Вот тоже номер вроде цирка. Сынок, а сынок, при посадке-то ничего не разбил? Разбил. Смотри, а то вычтут за казенное имущество. Я не казенный разбил, я свое сердце разбил. Ай-яй-яй-яй-яй. Алюша. Ух ты!
Интригант проклятый. Спасибо, товарищ. Сладко угостили. У, вредный черт. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Убери копыта. А, все выше и выше. Чего тут делаете, дорогой товарищ? А? Уж не хотите ли получить лошадиный диплом вместо своего летного? Коля перед сном пугает. Пугать — это его специальность. Левый, правый. Левый. Каков красавец, а? Да, невероятный. Вредный, вредный жеребец. Подарок совхоз. За пределами союза знаменитый конь. А нам его доверили, понимаешь? А он на них разоржался. Да разве ж можно им в личико бабки совать? Ну, бывай здоров, не падай с облаков. Товарищ директор, с вас требуем на кило сахару. Ваш красавец весь мой запас слопал. Ладно, жадина, принесу. Трогай, караульчик. Ну и сумасшедший. Опять сумасшедший. А ну-ка, переходи к нарыс от цена. Пардон, пардон, пардон. 7 минут. 7 минут. И разбив врага жестоко, ты придешь со славой. И опять оближет щеку твой язык шершавый. Ну так вот, разрешите поздравить вас с окончанием нашего института. И поблагодарим наш профессорский и преподавательский состав за то, что они из вас, таких молодых, сумели выковать настоящих, полноценных пилотов-инженеров. Ну, вот и все. Ольга Громова. Ну как, в академию, а? В академию, Сергей Николаевич. Сергей Топоренко. О, изобретатель. Не подкачай. Зинаида Клишко. Отойди справа. Справа, а не влево. Так я же тебе что-то справа отошел. Ну какая я вам не девочка. Ну, приказа. Бери диплом. Что касается слушателя Василия Ярочкина, ввиду нарушением летной дисциплины, выдача его диплома задерживается впредь до особого решения педагогического совета.
Понимаешь, вишни сегодня 40 копеек кило. Чего? Я говорю, яблоки рубль 20 копеек килограмм. Что? На дыне дешевка сегодня, полтинник штука. Что ты плетешь? Я говорю, арбузы нынче очень дорогие. А все-таки жалко парня. Поговорить бы с ним, успокоить его, Топоренко. Айсбергов дураку захотелось, а? Таким лодыша. Батя, батенька, не огорчай. Еще будешь летать. Ирина Иваницкая. Да, полетай. Больше и, главное, лучше мной. Поведешь себя хуже и, главное, глупее мной. Вася, ты не видал Топоренко? Не видал, не видал. Васенька, а чего у тебя глаза такие грустные? У меня грустные глаза? Это у тебя вот глаза как щелки. У меня как щелки? У меня глаза во, во, во. Всем нравится, а ему не нравится. Хо-хо, хо-хо. Федор Тищенко. Скучно стало. Ну, а теперь не скучно? Где твой диплом, Василий Митрофанович? Где твои друзья? А Оля? Теперь весело. Весело. Подвиги. Приключения. Героизм. Эх ты! Объявляю торжественные заседания закрыты. Василий, ты не видал Зины? Да что там Зина? Понимаешь, Топоренко, худо мне. Слышал, диплом-то у меня того. И Ольга поссорилась со мной, товарищи осуждают, и все в один день. Ну, Василий, молчи, Топоренко, молчи. Я знаю, ты скажешь, я виноват сам. Но пойми, ведь я стремлюсь к чему-то настоящему, героическому. Василий, постой, постой, я знаю все твои возражения. Геройка будни, мирные задачи авиации, я знаю. Но понимаешь, так вот тянет к чему-то большому. Так хочется славы, настоящей, заслуженной славы. Молчи, Топоренко, не смей мне возражать. Это индивидуализм, я знаю. Но пойми, разве я для себя стараюсь? Ведь я хочу пользу принести стране, родине, понимаешь? А Ольга этого не может понять. Она мне сказала, что... Какой негодяй! Какой прохвост этот Топорен! Бедняга страдает, мучается, сам с собой разговаривать начал. Бедняга, сам виноват, таки страдает. Как щелк! Thank you.
директором, что ли, поговорить? Oh,
подвластный каза, и под шлемом каза старым цветом похожий на сталь. Подвластный каза, и под шлемом каза старым цветом похожий на сталь. Отправлялся по дорогу боевой самолет, расставался живой. Отдержу, как ножи, рвали воздух свежи, удивлялись отваге людской. Отдержу, как ножи, рвали воздух свежи, удивлялись отваге людской. Какая же песня, товарищ? Хорошая. Красота. Не надо говорить. А ночь-то какая?
а? Да, чудно. И вот как раз в такую ночь прошлым летом я свинью принимал. Породистую английской крови. Роды были не плюс ультра. 30 поросят. 30 нежных, розовых, экспортных аристократов. Факт. Фу, что за свиноводческий разговор? В чем дело? Ловился возрасты покорный, ее порывы благотворны, и юноша в расцвете лет бывает страстью Ну, хватит, товарищ, тонкости разводить. Не в стратосфере живете. Ладно, товарищ. Давайте без тонкостей. Вы слишком торопитесь, голубчик. Склонна к измене и к перемене, как ветер мая. Плачут, смеются, в любви клянутся. Но из-за меня им раньше я, ага, ага, им раньше я, ага, ага, и раньше я. И знать, что спросят тебя, ты мой, и скажут тебе, я твоя. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежие. Thank you.
грозе любой. И знать, что дома остался друг, и шепчет он вместе с тобой. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежие. Лететь домой, любовь и нежность тая. И знать, что спросят тебя ты мой, и скажут тебе я твоя. Простые слова. Ты не сердишься на меня? Больше этих фокусов в воздухе не будет никогда. Не надо об этом. Дай руку. Как листья весенние свежие. Так ты не сердишься, значит? Глупый. Шоколадные. Убери свою лошадь! Ну какая же это моя лошадь? А ну пошел отсюда! Брысь! Вот я тебя съем! Олик, скажи мне что-нибудь ласковое. Лошадь. Что? Опять лошадь? Так значит, эта лошадь твоя? Твоя? А? Олик! Олик! Что же это такое, а? Ну скажи, пожалуйста, есть у тебя совесть или нет? Чтоб ты сдох! Это же он просит-то! Дай ему скорее сахару, а то опять чего-нибудь выкинет!
Дина, Диночка, Зинок, ну что с тобой? Не приставай. Тоже бортмеханик. Я испугался. Ведь ты тоже хороша. Наблюдательница. Ну вот, опять я с Милой в ссоре. И хоть помиримся вскоре, все же это маленькое горе. Мне кажется большим. Ах, так устроено на свете, на свете. Несут печаль, несут печаль нам ссоры эти. Но знаю твердо я, что вскоре оставит нас смешное горе, и утопить мы в новой ссоре любовь не захотим. А так устроено на свете, на свете. Несут нам радость, несут нам радость ссоры эти. Ольги, сижу и с мукою тантала я вспоминаю о коне. Мне лошадь счастье затоптала, и ты легнула в сердце мне. Ах, Ольга, Ольга, неужели тебя не смог я удержать? Над нашей ссорой в самом деле готова даже лошадь ржать. Здорово. Зинаиде. Ввиду известных нам событий, со стороны того коня прошу вас, срочно извините, как и коня, так и меня. Я, приложив при сём ромашку, в известность ставлю вас, что я без вас тоскую очень тяжко. И вообще на данном отрезке времени вы, безусловно, любовь моя. Приложение вышеупомянутая ромашка. Сергей Топоренко. Черт! Получилось не стихи, а рапорт.
как же диплом? Какая радость лететь домой, любовь и нежность стоят, и знать, что спросят тебя ты мой, и скажут тебе я твоя. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежи. Приятно от милых и теплых рук пути к работе любой. И знать, что дома остался друг и шепчет он вместе с тобой. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежи. Куда вы ударили, весны мои золотые? Мне готовить. Его лицо на красном море в глубокой тьме таится. Мне нужды просто любви. Что? Не слышу! Громче! Интриган сбежал? Спокойнее, спокойнее.
Спокойно, Степан Афанасьевич. Повторите, кто сбежал и куда? Громче! Чего вы орете? Я ж не глухой. Значит, интриган сбежал? Да? Ну, а вы не сбежали? Напрасно! Спокойно, Степан Афанасьевич. Успокойтесь, голубчик, нельзя же так. Я тебе покажу этот город, ты несчастный. Да я вас арестовать! Сейчас еду к вам. Что? Я кричал? Не думаю. Хотя, возможно, еду. Товарищ начальник, студент Василий Ярочкин не получил диплома за проступок против дисциплины. Так вот, мы, то есть... Я и она. Значит, и вам захотелось добиться того же. Нет. Сергей Николаевич, мы думали, что сегодняшнее ваше задание, оно такое почетное, такое важное, что если его поручить Ярочкину, он сможет вернуть свой диплом. Вот и все. Ну что ж, придется отметить и с вашей стороны нарушение дисциплины. Но очень небольшое. Наряду с этим вы проявили чувство товарищества, и очень большое. Я рад, что у меня в институте такие хорошие, славные ребята. Но... Задание ясно. Методом воздушной разведки найти жеребца. Есть, товарищ начальник. А как найдешь, загоняй его под лица к нам обратно. Крыльями на него помаши, что ли? Есть. Помните, никаких фокусов в воздухе. Есть никаких фокусов в воздухе. Ага. Ты что ж,
хочет, чтобы мы с тобой опять поссорились, да? Смотри, он меня узнал. Пакета не видать. А затылка у меня ничего не краплет, на висках не проступает. Пакета не проступает. А в судорогах я не бьюсь.
Сакеда не бьетесь. Разве что мелкие какие судороги, незаметные. А может, я выпивший? По духу не слыхать? Да разве ж вы на работе, когда пьяные бываете? Я вас не видал. Ну, брат, и я не видал, чтоб породистые кони за самородками бегали. Воздушный пастух! Смотри, нахал. Явный нахал. Я тебе покажу, интриган ты этакий. Может, у тебя завалялся где-нибудь кусочек сахара? Товарищ начальник, благодаря Громову задание выполнено. Спасибо, родной мой, голубчик Громова, милая. Я извиняюсь. Дорогой сослуживец, я счастлив приветствовать от имени всего коллектива нашего совхоза твое возвращение к нам. Тем более, что ты сбежал, как сукин сын, с
нашей конюшни, не уведомив об этом ни дирекцию совхоза, ни ветеринарную часть в моем лице. Je vous aime beaucoup, gentilhomme de la chambre garnie, porte-monnaie, et voilà tout, я кончил, ура! Да, это тебе не абы какие кони. Это социалистический резерв, товарищ пилот. Коней, как женщин мы балуем. В них столько стати, красоты. И я спешу к ним с поцелуем. Даю конфеты и цветы. Какая радость лететь домой, любовь и нежность твоя. И знать, что спросят тебя ты мой, и скажут тебе я твоя. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние цветы. Приятно от милых и теплых рук пути к работе любой. И знать, что дома остался друг и шепчет он вместе с тобой. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежи. Пускай огорченья порой у нас, пускай обиды придут. Уйдет нехороший час, и милые губы найдут. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежи. Пока не умрет на земле весна, не кончит сердце стучать. Пока за солнцем бежит луна, как музыка будут звучать. Простые слова, смешные слова, всегда и везде все те же. Но вспыхнет любовь, и все они вновь, как листья весенние свежи. А в Арктику я все-таки полечу.